В Алматинской области состоялась методика инструктивное рабочее совещание по вопросам оборонной системы. Как отметили организаторы мероприятия, данная встреча была инициирована с главной целью, чтобы подвести итоги работы по весеннему призыву, а также проработать ход подготовки районов Алматинской области к осенней призывной кампании. Данное мероприятие прошло в стенах областного департамента по делам обороны с участием представителей пограничной службы, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан. Подводили итог проведения призывной кампании именно в ряды пограничной службы, в ряды службы государственной охраны, в ряды вооруженных сил Республики Казахстан и Министерства по чрезвычайным ситуациям и в ряды Национальной гвардии, где мы подвели итог по укомплектованию команд и по проведению медицинских свидетельств, где были какие-то замечания, мы доводили данным комиссиям, которые находятся с района прибыли, председателям призывной комиссии, председателям медицинской комиссии и начальникам отдела по делам обороны.